Добро пожаловать в смешные ошибки Windows. С вами Богдан и Винра. Окей, Винра, что я могу тебе сказать? Что ты можешь? Зайди ко мне, мою Вин. Зай. Нажми на меня. Окей, нажму. Чезыха, ты кто? Чезыха, ты кто? Ты чё, дебил? Ты чё, дебил? Я бат Винра. Я Microsoft Access. Если нажмешь меня, то запустите программу. Нажму-ка. Спасибо. Теперь проверяю все, что нужно. Это копия Microsoft Windows не активирована. Причина. Это копия Microsoft Windows разработана для корпорации клиентов и сотрудников Microsoft. Для совершения активации необходимо подключение к копировке сети. Обратитесь к системному администратору за помощью. Я даже не знаю. Жму-ка я на крест. Все, нет. Что это? Скажи. Сожи. Шати. Шати Microsoft Asia, база данных. Арлирус будет выполнима только после закрытия использующего его приложения. Если вы закроете WinRAR от этого момента, изменение будет потеряно. Я нажму ОК. После перезагрузки. Стоп, а почему папка изменилась в WinRAR? Потому что я человек, который называется WinRAR. Ахахахаха, очень смешно. Нет. Почему ты трогаешь моего друга? Сейчас я тебя там пощу. WinRAR, спасибо тебе за помощь. Не за что. Вы разбираетесь со лохов? Так, выбор ответа. Лох, лошара, лошарик, лохопендра. Я лучше выберу лохопендра. Что происходит? Не знаю. Сейчас мы телепатируемся куда-нибудь. Что происходит? Помогите. Где это я? Почему черный экран? Где я? Как я сюда попал? Алло? Почему я не могу вернуться обратно? За что? Пожалуйста, выпустите меня. Я хочу жить. Пожалуйста. Включу-ка. Стоп, а почему меня вернуло в десятку? Потому что знаешь что? Тебя телепортировал какой-то вирус. Вирус десятка. И она телепортировала прямо сюда. Ух ты ж, нифига себе. Ладно, на этом мы будем прощаться. Всем пока. Пока.